потеряю-ка». Она и в самом деле как будто потерялась. В 150 километров от Барнаула, в степи, среди перелесков и голубых озер. Народ здесь живет трудолюбивый и верующий. Неверующему человеку в этой деревне нет места. Каждый праздник и воскресенье всем миром, как бывало в старину, собирается народ в храм на молитву. И батюшка у них есть, отец Яким, добрый и гостеприимный. Здесь в каждом дворе скотина, много птицы. Но главная достопримечательность деревни – это летний трудовой и воспитательный лагерь для детей. Детей своих много, но и приезжие бывают, а уж воспитательный – это точно. Вот, например, в позапрошлом году приехала одна раба Божия Валентина из Казахстана со своим 5-летним внуком Пашкой. Мальчик баловный, непослушный, ну просто неуправляемый. Позовут взрослого, а он обязательно убежит. Начальник лагеря Игнатий Тихонович, воспитатель, очень строгий. Он Пашку предупредил: за непослушание получишь горяченькие. Это значит набить крапивой. Но, видно, Пашка еще не знал такого лекарства. И как только в очередной раз удрал, тут его изловили и полечили. Однако болезнь послушания оказалась запущенной. Лишь после 5-го сеанса лечения Пашка спросил: «А если я не буду убегать, бить не будете?» «Нет», — говорят ему, — и с тех пор Пашка не убегал и горячих не получал. А через месяц, когда уезжал домой, бабушка, а потом и родители диву дивились, как это могло случиться. Ребенок стал послушный и исполнительный, выучил некоторые молитвы и приобрел много других хороших навыков. В лагере все дети выполняют посильную работу. В свободное время купаются в пруду, катаются на плоту под присмотром взрослых, ходят в лес собирать ягоды, грибы. А если попросить у Павла Тихоновича лошадку, то можно и на ней покататься. Но это все летом, а сейчас зима. Интересно, чем они занимаются зимой? А давайте посмотрим сами, как народ по-теряевский живет зимой и проводит свободное время. Пришли в класс. Это какой класс? Третий класс, да? Третий. Предмет какой сейчас будет? Математика. Ладно, кто ведет? Учитель. А сейчас было ИЗО, мы рисовали. Девочку рисовали, внучку рисовали, как бы домики. И елочку красиво. А бабушку, дедушку мы не нарисовали. Ну, здравствуйте, Людмила. Матушка, здравствуйте. Благослови вас, Господь. Ну, мы не будем вас тут отвлекать. Я в том классе. Тихонечко. Я здесь. А еще там есть один класс? Да. Сейчас посмотрим. О, там еще целый ряд. Выводок. Там было много, там 6. Ага. Да. Ученая. Конец. Смотрите. Так, ну мы отвлекаем их. Да, меня изучила. Перемена. Спасла, считает меня от этого. Чуть не от смерти спасла. Вчера? Нет. Как-то было. Сено. Заготавливаем сено я. На сеновал бросаю сено. И попала сенинка в горло. Вам? Да, мне. Я не могу. Кашляю никак, все, у меня задыхаюсь прям. Я вот так глаза-то. А она подошла, я-то не вижу, глаза закрыты. Она подошла, языком моим как? Лизнула. Я какой. Ах ты! И синенька выскочила сразу.
Молодец, спасла батюшку от верной смерти. Какая умница. Молодец. Боже, такой уютный классик у них. Ну да, тут первоклассники у нас тут. Три парты или все. С приездом вас. Водичку потом. Так, я сейчас смотрю, сначала сейчас бандажик должен, резиночка, краски, баночка с левой стороны. Сейчас у всех буду проверять, чтобы тряпочки у всех были, чем вытирать ручки. У кого нет тряпочки? Водичку нет, водичку мы потом наливаем. Водичку мы сразу сделаем, значит, сторонку убери, чтобы она тебе не мешала. У меня нет тряпочки. Тряпочки нет? Ну, подавайте, все готовим. Это первочки здесь, да? Чтобы у всех все было. Вот и собачка сразу. У меня есть. На, все, Саша, нашел? Давай, все, убираем коробочку, давайте. Все, приготовили, все, положили. Все положили. Так, все, день каждый стал около своего места. Я посмотрю, как вы готовы. Приносим, а елок у нас нет. Ветки есть у некоторых дома. И сегодня мы должны с вами нарисовать елку красивую. Здесь елка. Вы посмотрите. Но у вас должна получиться своя красивая елка. Да? Посмотрите, вот елочка какая. То есть нам можно бусы всякие разные, на них флажки там взять всякие. Помните, мы с вами делали фонарики, украшения разные делали. И мы нарисуем сегодня с вами елочку. Вы должны сейчас выбрать, как правильно альбомчик. Так, как у вас такая вот маленькая елочка или побольше? Если я очень большая, то значит надо альбом вот так положить. А если поменьше будет елочка, то нужно альбом выбрать, как располагаться будет альбом у вас. И теперь берем карандашики все, да, и попробуем с вами нарисовать елочку. Да? Елочку. А потом, когда мы нарисуем елочку, уже потом будем всяких зверюшек, можно зайчика, можно под елкой подарки будет нарисовать в коробках, можно будет бусы, там гирлянды, какие-то лампочки бывают, да? Я не умею. Но мы сейчас вы будете смотреть, я на доске буду рисовать, а вы будете рисовать у себя в тетрадке. Хорошо? Ты маленький. Сначала мы разметим вот так, разметочку сделаем, смотрите. Сейчас. У вас, как вы расположили альбом, нужно выбрать, какой высоты будет елочка. Тоненькие, просто на глаз, тоненькими линиями мы с вами выберем. Как делать? Когда делать? Посерединке, постараться, чтобы она была не сбоку, не с другого бока, а по центру, постараться по центру. Ну, маленько, если кривая, то это не страшно. Я вот такая. И ее ограничить. Какой высоты будет у вас елочка? Какой высоты? Маленькая, может быть, будет вот такая, не совсем большая будет елочка. У кого-то может быть маленькая совсем елочка. Мне будет. У кого какая? Елочка. Так, хорошо. Но только теперь надо ограничить палочками. Какой высоты она у тебя будет? От откуда и до куда? Снизу и сверху. У тебя не по центру. Смотри, здесь много места осталось, а тут совсем очень мало места. Я тоже смотри, у тебя здесь мало места, а снизу совсем много места. Значит, маленько сверху, вот. У меня, видите, она не входит, пока большая получилась елка, и она не входит. Не получается. Тихонько, не надо торопиться. У вас есть резиночка, резиночка, мы поправляем все. Только не давить не надо. Подожди. Ну-ка, давай вместе попробуем. Давай, держи. Вот здесь математика проходит. Так, ну как найти х? Надо 8368 минус 4028. Почему равен х? Уменьшаемого отнять что? Разность. Ну кто повторит? Теперь по отдельности. Ну-ка давайте еще раз вместе. Чтобы найти вычитаемое, нужно от уменьшаемого отнять разность. Вот это разность. Ну-ка еще раз.
Вот это что такое? Уменьшаемое, вычитаемое, разность. Можно еще раз повторить? Чтобы найти известное вычитаемое, надо из меньшего вычесть разность. Из уменьшаемого, ты ошиблась. Из уменьшаемого вычесть разность. Вычесть разность. Хорошо. Х. Целое. Пять плюс три. Вот посмотрите внимательно, чем-то отличаются они. Ну понятно, что здесь чисто. Здесь нужно, как мы поступим? Вначале посчитаем, сколько будет в правой части. Сколько будет в правой части? Запишите тетрадку. Мальчик зевает, спать хочет. Запишите, сколько это будет? 8. Х плюс 2 равняется 8. Отсюда х вы легко можете найти. Ты счет там показываешь, что мне? Ну что? Это вот первый год, когда нас потеряли, это была школа. Теперь мы на другую кафедру там, старшеклассники. Ставимся в другой корпус. Сейчас тут посмотрим, какие предметы ведут. Вот эта корова, стадо коров, это все одного хозяина. Сколько их там коров? Штук 20? 23 коровы. Вот представьте, нужно управляться. Один, ну, муж с женой и дочка. Здравствуйте, здравствуйте. Вопросы образования, вопросы нравственного воспитания, морали здесь стоят на особом месте. Ага. Вы знаете, вот мы все с вами знаем песенку, которая начинается такими словами. Шумел камыш, деревья гнулись. Понятно, все мы сейчас улыбаемся. Это у нас ассоциируется с подвыпившим мужичком. И, к сожалению, многие из нас, больше этих четырех слов, дальше содержание песни наверняка не знают. Ну вот как-то недавно я прослушал ее до конца. Вы знаете, меня слова песни и даже мелодия потрясли. В этой песне, знаете, сжалась вся трагедия русской нации. Что сейчас с нами происходит? В этом есть трагедия русской семьи, русской души человека. Даже мелодия, вот вы прислушайтесь, здесь погребальный звон. Это просто невыразимая тоска позднего раскаяния. И какой же глубокий смысл заложили композитор и автор в эту старинную русскую песню. И, к сожалению, это пророчество России. Это реквием русской нации. Она вымирает. А почему вымирает? Вот давайте сейчас по-серьезному внимательно прослушаем эту песенку и сделаем соответствующие выводы. Особенно пусть проникнутся содержанием песни наши молодые юноши и девушки. Послушаем песню. Молодость моя.
домой, а дома спросят, где ты гуляла, где была. А ты скажи, в саду на катке в поселке Потеряевка. Вот. Она и в самом деле как будто потерялась. В 150 километров от Барнаула, в степи, среди перелесков и голубых озер. Народ здесь живет трудолюбивый и верующий. Неверующему человеку в этой деревне нет места. Каждый праздник и воскресенье всем миром, как бывало в старину, собирается народ в храм на молитву. И батюшка у них есть, отец Яким, добрый и гостеприимный. Здесь в каждом дворе скотина, много птицы. Но главная достопримечательность деревни – это летний трудовой и воспитательный лагерь для детей. Детей своих много, но и приезжие бывают, а уж воспитательный – это точно. Вот, например, в позапрошлом году приехала одна раба Божия Валентина из Казахстана со своим 5-летним внуком Пашкой. Мальчик баловный, непослушный, ну просто неуправляемый. Позовут взрослого, а он обязательно убежит. Начальник лагеря Игнатий Тихонович, воспитатель очень строгий. Он Пашку предупредил: за непослушание получишь горяченькие. Это значит набить крапивой. Но видно, Пашка еще не знал такого лекарства. И как только в очередной раз удрал, тут его изловили и полечили. Однако болезнь послушания оказалась запущенной. Лишь после 5-го сеанса лечения Пашка спросил: «А если я не буду убегать, бить не будете?» «Нет», — говорят ему. И с тех пор Пашка не убегал и горячих не получал. А через месяц, когда уезжал домой, бабушка, а потом и родители диву дивились, как это могло случиться. Ребенок стал послушный и исполнительный, выучил некоторые молитвы и приобрел много других хороших навыков.
В лагере все дети выполняют посильную работу. В свободное время купаются в пруду, катаются на плоту под присмотром взрослых, ходят в лес собирать ягоды, грибы. А если попросить у Павла Тихоновича лошадку, то можно и на ней покататься. Но это все летом, а сейчас зима. Интересно, чем они занимаются зимой? А давайте посмотрим сами, как народ потеряевский живет зимой и проводит свободное время. Пришли в класс. Это какой класс? Третий класс, да? Третий. Что? А-а-а. Это что обозначает? А-а-а. Это только вы понимаете, что такое. А? Стефан Андреевич. Сейчас не нужен никому. Как здравствуй, дай руку мне. Руку дай, здравствуй. Можно коров попасет? Здорово. Оно и можно коров попасет. Стефан. Давай руку. Вот так, вот. Это Стефан Андреевич. Андреевич. Запомните. Да. Да. Крайний в семье. Какой он? Четвертый, пятый? Пятый, крайний. Пятый. Все, готово. А немножко, а? Никита за дверью. Чем вы тут занимаетесь? Где? Ах, вот где Никита прячется. Ладно, ладно. Так, братья, поблагодарим. Угу. А кто там спрашивает? Стефания спряталась, да? Анфиса. Анфисочка? Аж ты, кукла. Так, все, пойдем Богу молиться. Спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос. Гостей за угощение. Ой, даже не считаю, батюшка. Не задавайте. Батюшка сейчас еще пересчитает. Первая колесина? Да. 489-я страница. Подожди. А будет 14-я глава. С конца начала. Да, с 13. Первый стих. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Толкование. Показав, что любовь есть великий дар, далее располагает стремиться к ней. Не сказал, ищите любви, но достигайте любви, требуя усиленного старания. Ибо она удаляется от нас, и много нужно пробежать, чтобы достигнуть ее. Дабы не подумали, что превознес любовь с целью унизить дарование, присовокупляет, ревнуйте о дарах духовных, то есть о дарованиях, преимущественно же о пророчестве. Сказал это против того, что коринфяне надмевались даром языков. Второй стих. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает его. Он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Посему, как говорящие от духа, они великое дело. Они великое дело. А как не полезные людям, они ниже пророчества. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Толкование. Многие говорящие языками не могли объяснить того, что сами говорили. Посему они были полезны только сами себе. А пророчествующий полезен для всех слушателей. Посему какое расстояние между пользой одному и пользой церкви, такое же расстояние между языками и пророчеством. Восьмой. Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Девятый. Так, если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Прасный на ветер, потому что никто не понимает. Ибо вся сила в том, чтобы дар был полезен, для чего же он подавался? Уже ли для того, чтобы находил пользу один только получивший его? Если же он желал быть полезным и для других, то должен быть или молиться Богу и через
чистую жизнь, получить дар истолкования или обратиться к тому, кто может изъяснять. Павел для того говорит это, чтобы соединить их друг с другом, и чтобы они не считали себя достаточными для самих себя, но принимали к себе тех, которые могут истолковать. Достиг этой главы. Достигайте любви, я повторю, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. И тут толкование дается. Ибо она удаляется от нас, то есть имеется в виду любовь. Почему удаляется от нас? Это вопрос. По причине беззаконий наших. Наоборот, надо удаляться беззаконно. Написано, не сказал ищите любви, но достигайте любви, требуя усиленного старания. А как старание? Есть достигается любовь. Есть слова по причине беззакония, но многих овладела любовь. Здесь там есть, я не помню. Ибо она удаляется от нас, и много нужно пробежать, чтобы достигнуть ее. Найти можно что-то. У нас были в Барнауле по общине есть. Я, можно, говорит, батюшка, пойду в другую общину. Я говорю, а что? Да здесь любви мало. Пошла искать в другую общину любовь. Ну, прошло месяца три, наверное. Приходит назад, просит, простите, батюшка, я... А нет, меня не любят, это они не искренне. Ну и прочее будет. Если око твое светло, то все вокруг будет светло. Если око темное, то и все будет темно. Так и здесь. Достигать любви, то есть жизнью своей. Тогда ты получишь ответную любовь, чтобы тебе будет ответная. Если ты сколько отдашь, то и тебе будет столько возвратиться. А если сам ничего не отдашь, только будешь искать, а я здесь не нашел, здесь нет, мало любви, пойду я туда, в следующую. Есть там, как говорится, монах один тоже, меня не любят, благослови игумен идти. Ну, ушел он в другой монастырь, а здесь против него один монах досаждал. Он пришел, а там сразу два монаха против него. Он в третий монастырь, а там 12 сразу против него. Ну, обошел все и обратно вернулся в свой монастырь. Нет, как в нашем монастыре, говорит, только любви нигде нет. Он учится сейчас в школе с богословским уклоном. Ну, школа такая, как общеобразовательная, но с богословским уклоном. Там бабушка Серафима пришла свою внучку сватать нам. Давайте, парень. Хороший парень. Вот. У него цветы. Ему сколько? 22, наверное, да? Да. 22. А кто у тебя больше? Нинка. Кто? Маша Софа. А Маше сколько у тебя? Да, она старше Васи. А, вот старше. Она все это, к сожалению, вот, Василий Дмитриевич. Да сколько там надо на год не было? Вот познакомим. Бачки, она не нравится. Будет нам больше, может, будет и бачка. Но я сказал, за 30 лет. А я ничего не сказал. А мне хватит. За 30 лет. Нет, я вам ничего не сказал, нравится или не нравится. Учись. Там что, кончай какие. Ну, ваша внучка-то, она где, в Греции или где она? Ну, в Греции. А я хочу ее вытащить, она там не хочет. Ну, пусть к вам приезжает, тогда видно будет. Не теряй, как хорошая. В июне месяце она экзамены будет сдавать на медицину. Так. На медсестру. Да, я так ей, чтобы ничего она не знала, ее не надо портить настроение. Пускай она сдаст. Наоборот, поднимется настроение, как сказала. Да. Почему портить? Да. А мне кажется, нет. Она сказала, я говорит, раньше 25 не выйду замуж. О-о-о, тогда а что с вами раньше 25? Нет, Нинка не выйдет. Нинка у них. У кого? У них. А где она? Вы же Нинку покажите. Нет, да, Машу, я Машу хочу. Нинка нет. Нина тогда не выйдет, она не хочет. Ну, Нинка мало. Возраст-то какой? Нинка, она, вот она, Нинка. Нина, она красится туда, не надо. А Нинка больше, как она, плоская такая. Это да. Больше духовная. А это духовная. Вот. Нет, уже Машка не хочет идти. И Маша еще... Но у меня Володя тоже не особо духовный. А? Ну, тогда ему не... А тоже не особо духовный. Машу долго лежать. Не особо. Он верующий, ходит в храмы, молится, ходит, и все соблюдает. Ну, не так, что в семинарию, там он нет, работает, у него хорошая работа, учится. И сколько ему лет? 21, будет 22 уже. А не как раз ему. Летом. А Маше будет 19 вот. Ну вот. Нормально. У нее сватаешь, как будто бы как за отца Ивана. Я так это. Когда знаешь отца Ивана, сына-то совсем не знаешь. Дети-то бывают порой совсем не похожи на родителей. А Васе бы оттуда взять.
Вот, отцу Михаилу. Меня. Вот и все, давайте, правда, да? Сразу тут сговор сейчас. Да. И у нас здесь будет родня, мы все будем собираться вместе. Да. Да. Решили. Порешили, на то мы будем. Будет угодно, конечно. Я так рада, я прям говорю, господи, сегодня моя девочка. Дай поесть, чтобы они. Вернулись, чтобы хоть что-нибудь. У Маши все в руках. Она уже вся, все может делать. А, это твои любимые. Только любимые. Ну, это, наверное, 20 лет, это пока не хочет. Все, Валерий, пойдемте в школу, айда. Айдем. Айда, ты возьми это в школе. А где только? Еще, еще. Иди, иконописцы с иномистами не дружат. Иконописцы с семинаристами? Не дружат, да? Я говорю, а что такое? А какие сейчас семинаристы? А семинароиды. Они говорят, кто? Семинароиды. Семинароиды. Зазнайки, говорит. Твоя-то окончила, Нина, школу или нет? Там? Нет, все, вот, ну, полгода осталось. А, спасибо, вот в этом году кончает. А где у тебя это можно? На, сфотографировать-то, вот, закаточка-то. А, вот. Держи так, держи, я сейчас приблизу. Ага. А это кого бабушка тут хочет предложить-то нам? Да, да, вот. Машеньку свою, внучку? Ага, все ясно. А вот две, это Маша и Нина, две сестры. Они. Нина помладше. Подожди, ты держи, не шевели. Ага, значит, и это товар, и это можно, на выбор, да? Ясно все. Не, Нинку не, а Нинка ему подходит по фавели. Давайте, а? Давайте, давайте. И вот тут надо адрес. А, обязательно. Чей? Ихний? Ихний, да. У нас таких две. Не знаю, на, но посмотрим. Давай, там, давай, смотри, я повезу теперь. Ну ладно. А это нам по Теряевке было. Ага. Недавно, да? Недавно, тут они тут жили. А там уже из Греции. Ага. Недавно они здесь приезжали. Я понял, понял. Вот это. Вот эту бы еще сфотографировали. Ой, бы. Вот это хорошая. Ну, давайте эту. Это они у вот. Гущеницы. Да, вот это я. Гущеницы. Да. Вот Маша вот эту. Фотография. Вот как, ясно. Все, заснял. Вот. А тут покажите ему фотографию, если вы понравится. Хотелось бы, Маша выйти. Вот в июне она. Батюшка, или у кого-то, извините. У вас там телефон. Будет экзамены сдавать на врача. Вот и будет учиться. Она тоже умеет специальность. А он кем работает? Он сейчас учится. А, тоже учится. Учится, да, в университете. Ну, он и работает там, в типографии у него своя работа особая там. Печатный такой станок у него там хороший. Ну ладно, Богу угодно будет. Да. Конечно, она далеко, но наоборот, оттуда его вытащить можно. Ну ладно, просите родителей. Все, спасибо вам, Серафима Ивановна, с Богом. Ну ладно, ноги посеют. Ловим на слове. Вот матушку Людмилу просим отпусти к нам погостить. Как, ты благословляешь? Конечно, с радостью. Все, матушка. С душевным расположением. Все запротоколировал, все заснял. Теперь он нам... Не откажет вам. Не откажет. Вот теперь я редко фотографирую. Я почему говорю так уверенно? Знаю, что она никуда не поедет. Никогда. А это другой вопрос. Поедет и поедет, но главное, чтобы было уже от мужа благословение. Все. Пожалуйста. Хоть сейчас можешь забирать ее с собой. Ну, мы приглашаем хоть сейчас, что. У нас, да. Мы говорим, жилье, езди. Слава Богу, в этом плане у нас все в порядке. Ну подожди, он не стоит заявил. Все, окончил. Угу. Пойдем в школу. Греция звонила сейчас. Всем поклон. Всем. Так, а папа Серафима на трапезе не было? Нет. А почему? Она никогда не хочет на бабушку. Я забыл, я что это буду бабушка прибывали или нет? Вот так. Ну что это? Она конструкция.
паспорт. Нет, ну, нет, нет, а что еще есть? Ну, все, здесь уже не подготовили. Не надо было готовиться. Я проготовилась. Пусть как бы что. Смотрите, задержись. Ну, что скучно. Да ладно, пусть там. Ну, так интересно будет. Билайновская кофточка. Да спускай туда, маленький оставь чуть-чуть. Во-во-во-во, и все. Ты хорошая кофта, веселая. Билайновская, да. Во, внизу, действительно. Прекрасно. Во, сейчас посмотрим. Эх, батюшка. Хорошо, поставь, то есть друг друга закрывали. Нормально. Сюда вперед, пускай шагну чуть-чуть. Исаак, рубашку одену. Исаак, рубашку. Поправьте. Юлю не видно, куда ты? Да, что? А здесь. Пусть она пичкает сюда. Во-во-во. Ученик, ангел Божий возвещает. Радость всем! Да сегодня приглашает в Вифлеем. Вдруг пойдем же с пастухами поскорей, чтобы виден был и нами царь царей. Укрыла зима белоснежной свои покрыла. Над городом Давида зажгла звезда любви и ярко осветила уснувшие сады. Божественным сиянием зажгли ее лучи, и ангельские пения раздались в ночи. Обещанный Мессия пришел с святых небес, ликуй и пой творенье, шумит кедровый лес. Христос родился ныне, чтоб нас спасти от бед, принес прощение миру, Создатель вечен свет. Вышине небесной много звезд горит, но на всех ярче.
дом, и не елки яркие. Рождество Христово не питье и пища, это радость неба тем, кто Бога ищет. Поднимите сердце Господу повыше, и тогда поймете, Рождество Христово – жизнь, и ваша станет радостной и новой. Рождество Христово – дар небесный людям, Иисус Спаситель, люди, не забудем. Каждое действие с нас земли чей-то день рождения, радость близким и семье, дар благословения. Но однажды всей земли было торжество, называли все его праздник Рождество. Это был особый день для людей несчастных, освещая ночи тем, свет сияет ясно. Божий Сын сошел с небес, люди все на свете, день блаженства и чудес помнят на планете. Овечки, коровки, склоня свои головки, приятно удивились, что гости к ним явились. Они совсем не знали, не знали, не знали, кого в себе приняли, приняли. Иисус Христос явился и в нищете родился. Они совсем не знали. Пусть время уходит от нас навсегда, вовек не погаснет святая звезда.
В небесном просторе пел ангельский хор, ты песня неба в торе звучит до сих пор. Чудесное пение к нам льется с высот, от горя и скуки вперед нас ведут. Рожден в Вифлееме младенец святой, всем сердцем поверил я повести той. На лошадке в санках едем мы зимой, и на сердце сладко по пути домой. Колокольчик звонко над дугой звенит, и лошадка резво быстро по полю бежит. Рождество, Рождество, вот и Рождество. Путь звучит благая весть, но всюду, где мы едем. Ну что, хорошо пропели, красиво все. Но запомните то, вы еще красивее будете выглядеть, когда будете заботиться о красоте духовной. А телесной красоты каждому Бог дал столько, сколько нужно, чтобы быть красивой и перед людьми, и пред Богом. Что я там в мешках? Поэтому я вам даю всем такое наставление, что никогда не портите ту красоту, которую дал Бог. Растут волосы, девочки, никогда не подстригайте. Помните, что это грех. Это вы спорите с Богом. Бог дал вам красоту. Кому какую дал? Столько, сколько нужно ее употребить ее для спасения. Для того, чтобы быть приятной и красивой Господу нашему Иисусу Христу. Вот. Я вам маленечко, значит, праздником вас и за то, что вы уже так трудились, нас порадовали. Вот вам подарочки. Идите сюда. Что сказать-то надо? А это одно до этого. Музыкант одно. И режиссер. Как раз съем, вы знаете. Тридцать раз земля, планета, солнце облетела. Тридцать лет служений, это Божье, это дело. Двадцать лет здесь был пустырь, камни и крапива. Возрождение началось с отца и Иоакима. А духовные постройки строил старший брат.
же попрошу вас не роптать. Здесь кто хочет поселиться, обещание даст не лгать. И не бить, не материться, не курить, не варить. Что не так у нас, не судите строго, потеряешься для нас небеса дорога. Здесь мы временно живем, странники-пришельцы, призывает вечность Бог, победитель смерти. Скажем, верьте по Писанию, строго спросит с вас судья, владыка мироздания, низко-низко поклонится наставникам отцам, заповедано трудиться на славу Божью нам. Тридцать раз земля, планета, солнце облетела, воспоем мы много лета, братья, за дело. Вы потом эти слова возьмите. Пока туда. Шебуршат, Мишка. Ну, а? Это...